приближается сентябрь, и значит, уже совсем скоро мальчишки и девчонки переступят пороги своих образовательных учреждений. В преддверии этого знаменательного события мы приехали в Развилковскую среднюю школу, чтобы узнать, как здесь идет подготовка к новому учебному году. Еле заметный запах краски и непривычная тишина. Вот первое, что ощущаешь, попадая в здание Развилковской средней школы. Но это спокойствие обманчиво. Практически все лето здесь непрерывно шла подготовка к 1 сентября. И уже сейчас в кабинетах, коридорах, актовом зале везде сделан необходимый ремонт и созданы условия, чтобы 1600 учеников с радостью сели за парты и сказали «да» новым знаниям. В целом здание школы, прилегающая территория, готова к началу учебного года. Мы выполнили весь комплекс требований, которые касаются пожарной безопасности, требования СанПина, требования безопасности детей, находящихся на территории школы. Не менее внимательно в школе относятся и к собственно образовательному процессу. Здесь активно пользуются самыми современными технологиями. Система «Школьный портал», проект «Российский учебник», специальная программа учета учащихся. Вот лишь малая их часть. А в новом году ребят ждет еще один сюрприз – электронное расписание. Кстати, это пока единственная школа в Ленинском районе, где будет такая инновация. Наши школьники будут в этом году смотреть на расписание не на ватмане, а на электронном табло, где будет сразу одновременно интерактивно отражаться и замены, и какие-то прочие изменения, которые будут касаться образовательной деятельности. Все эти технические новшества – отличные помощники в работе сильного педагогического состава, которым славится Развилковская школа. Для преподавателей День знаний – это один из важнейших праздников, и они с нетерпением ждут встречи со своими учениками. Украшаем кабинеты к 1 сентября, чтобы детям было комфортно, приятно и радостно. С каким настроением придут они, с каким позитивом, какой позитив они получат 1 сентября, с таким настроением и они пройдут весь учебный год. И значит, в Развилковской школе соблюдены все составляющие для успешного погружения учеников в увлекательный мир знаний. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.